Так, преследуем Лада Калина Спорт. 16-клапанный мотор там стоит приоровский. Развивает мощность 98 лошадиных сил. Смотрите, с какой бешеной скоростью она летит. Так, я еду на Калине Универсал. Скорость составляет 97 км в час. И она не сдается. А, педаль уже в пол. Смотрите, какой цвет прикольный, да? Шикарно. Суппорта красные. Сзади дисковые тормоза, ребята, дисковые. А вы все за иномарками гонитесь. Отличный автомобиль. Ищите на руках, многие пенсионеры приобрели данный автомобиль, и как бы он уже им не нужен, потому что, ну, а смысл? Смысл спортивный автомобиль дряхлому, из ума выжившемуся старику или старухе. Все, ребята, респект, уважухи вам, всех благ, берегите себя, одевайте маски, чтобы ваши лица не узнавали.